Добрый вечер. Сегодня хотим представить вашему вниманию мастер-класс по массажу на продукции Faberlic. Будем проводить мастер-класс на руках. Руки – это наше все. Вот, они в течение дня очень сильно устают, и их нужно расслаблять. Вот, сегодня мы их прорелаксируем. Сначала руки обработаем нашим антисептиком средства Faberlic. Нанесем их на руки массажиста и пациента. Будем делать на нашем масле, тоже Faberlic. Ой, как вкусно пахнет масло. Шоколадное? Шоколадное масло, шоколадное. Делаем поглаживающие движения, расслабляем наши руки. Потом каждый пальчик будем промассировать. Массаж где-то длится по времени, ну, можно минут 15-20, вот так. Это можно делать даже самим дома. Сам массаж очень хорошо. Ну, когда делает кто-то, намного приятнее и эффективнее. Обязательно курсами делать такой массаж? Ну, да, даже лучше. Курс сколько дней? Ну, это в зависимости, ну, дней 10, а так лучше, конечно, и самим тоже. Потом поддерживаем, да? Да. Я вот слышала, что нельзя массировать суставы. Они вот сильно болят. Их действительно нельзя массажировать? Ну, нежелательно, да, трогать их около суставчиков. Вот так вот. Угу. А ногтевую пластиночку вот так немножечко прижать такими движениями. Это для того, чтобы снять напряжение? Да, расслабить суставы наши. Мышцы, все же устают. А правда, что если массажировать какое-то определенное место на пальце, то это будет влиять на работу организма, на определенный орган в теле? Угу, правильно, правда? Да, правда. Потому что каждый пальчик отвечает за орган. Вот этот вот большой, допустим, за голову. Ну и каждый так. То есть можно даже приходить на массаж, и вы можете нам помассажировать, и вот... Орган, который не домогает, ему будет лучше. Вот. Хорошо. С пребиотиками. В составе у него точно монарда есть. Пахнет монардой. Монарда – это природный антисептик. И он удаляет вообще всю гадость, вплоть до грибков. И массажное масло. Масло какао. Поэтому оно так вкусно пахнет. И иланг-иланг. Иланг-иланг – это расслабление. Да, это релакс. Есть пены для ванны.
гель для душа с иланг-иланг. Как ощущение? Ничего не болит? Нет, все хорошо. Вот еще постоянно, когда за компьютером, рука на мышке, мышцы очень сильно напрягаются целый день. Как можно их расслабить? Я вот, у меня есть такой набор суджок, я периодически, когда бывает время, пользуюсь этими колечками. Это может снять усталость, напряжение? Конечно, это даже очень хороший набор. Да, делайте. Там еще шарики есть. Шарики как можно использовать в наборе суджок? По ручке покатать. Так вот. Это тоже расслабит руку, да? Конечно. Тут все точки у нас находятся. Значит, я все делаю правильно. А еще правильнее, я сегодня пришла на массаж рук. Это класс. Рекомендую всем после рабочей недели на массаж. Вау. А в прошлую пятницу я к Ирине приходила на массаж лица. Мне было стыдно. Я уснула и захрапела. Правда, правда. Ира меня не стала будить. Ощущения действительно шикарные. Это движение очень хорошо прорабатывает все суставчики. Все. Одну руку мы закончили разминать. Вторую? Да, теперь вторую.